Ассаламу алейкум, хурметы достар. Мы оказались здесь, в автосалоне Goodcar KZ, который находится в городе Кокшетау. Позади меня много-много автомобилей, и все они, абсолютно все они продаются. Продаются за наличку, продаются в кредит. По всем вопросам вы можете обратиться по вот этому вот номеру. Звоните, вас проконсультируют без проблем. Только, пожалуйста, звоните в рабочее время. А сейчас вернемся к выпуску, который выходит для города Астана. Ребята, актуальные цены с города Астана. В эти выходные, то есть в прошедшие, я успешно находился в Дубае. Все-все вам покажу, все-все вам расскажу, оставайтесь на связи. Ну и меня замещал Аза. Аза, попросим Азу студию. Аза, как ты, Аза? Все шикарно. Расскажи, пушка, как прошел пушка. Авторынок. Такой, я на монтаже намучился с Азой. Ну, все классно, все приходит, кто приехали, опыта. Все классно, все, кто приехал. Да, всем большой рахмет, всем большой рахмет, кто смотрит. За лайки, за приезжайте. Аза, поможем, продадим. С Баки приехали специально в Астану, чтобы отвезти авторынок. Так что всем большой рахмет. Мы всегда на связи. Ну и погнали, авторынок специально для вас. Продано. Копилку дзынь. Пятый год, 1.8 на автомате. Цена данного автомобиля. Сколько баке? Нам 2 миллиона. Нам сказали не подходить. Потому что почему? Потому что, говорит, мы не успели, говорит, машину помыть. Ну это ничего страшного, на улице дождь. Мы тоже утром в 6 утра не успели быстро нормально помыться. Вот так протерли глаза. Номер телефона просто давайте продиктую вам. И если что, можете приехать на адрес, сами посмотреть машину. А номер телефона продиктуйте свой. 837. 880. 80. 18. Тан Альмера Тина. 2004 год. Механика, объем двигателя 1.8, бензин. Цена данного автомобиля 2 миллиона 800 тысяч тенге. Номер телефона 8-708-327-76-91. И вот здесь вот снизу вот так вот прописано. Зимняя резина, полный бак бензина и химчистка в подарок. А? Вот это, да, подход конкретно. Вот ему аж охота прям вот без торга 2800 оплатить, забрать Альмира Тина, зимнюю резину загрузить, он еще полный бак мне заправит, я поеду еще на этот бак смело до Кокшетау и еще мне сделают химчистку в подарок. Nissan Qashqai 2011 года с объемом двигателя 2 литра на полном приводе. Цена данного автомобиля 5 миллионов 700 тысяч тенге. Qashqai на вариаторе, ну автомат, если в целом. После полного окраса он, окрас был чисто так вот, ну жизненные моменты, там вот эти все, подзакрыть, призакрыть. 2011 год, 2 литра. 5 миллионов 700 тысяч тенге. Торг приветствуется. Ну, есть тут небольшой момент. Буквально вообще тут нечаянно. Вот. Camry полтинник. Camry, Toyota Camry 50. 2014 год. Пробег 180 тысяч километров. Американец. В 2021 году он приехал в Казахстан. 14 тысяч налог на данный автомобиль. Объем двигателя 2.5, 6-ступка, автомат. Номер владельца 8701-751-48-90. Цена за данный автомобиль, стартовая цена 9 миллионов. Ну, я думаю, будет небольшая скидка. Ну, за Goodcar точно 50 скинут. Ну и в худшем случае 8 миллионов 950 тысяч тенге за данный автомобиль. Объем двигателя 2.4, 2004 год. На автомате цена за данный автомобиль 2 миллиона 500 тысяч тенге. Технический автомобиль полностью исправен, то есть он полностью все технически все работает. Все, что должно греть, греет. Все, что должно остужать, остужает. Коробка, автомат, американец на черном салоне. С подогревами сзади. Я так понимаю, примерно это, ну, для американца пустая комплектация, но кондиционер, автомат. Есть небольшие работы по кузову. Ну, то есть, грубо говоря, где-то примерно, я думаю, мое личное мнение,
Ну, 10 тысяч полирнуть фары, вторичный окрас, ну, 1200-250, это прям будет потолок. И в итоге она вам где-то выйдет, ну, с учетом скидки, там еще может на 50 или на 100 тысяч, если владелец подвинется, 2 миллиона 400, и там 2600-2700 цена приоры 15-го года иномарка. Это, мне кажется, отличный вариант. Опять меня сейчас приоры. Сначала сейчас камрюхи захавают меня за 2,5. Теперь за приору мне сейчас все будут рассказывать. Давайте по чумок на Айлантуру переползем. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Азамат, зовут меня вас? Баглан. Баглан. Баглан, пару слов можно, пожалуйста, о машине? Расскажите, какой год, объем, вложение, откуда приехала машина? Машина приехала из Грузии, ага. 22-го года. 22-й год. Объем двойка. 2 литра, да? Пробег там 6-7 тысяч километров. 7 тысяч километров? Почти 7 тысяч, да. То есть почти, можно сказать, абсолютно новый. Ну, почти, да. Угу. Вложения какие-то есть по автомобилю? Ну там диски надо покатать, ага. Пару ударов поймал по трассе. А так все нормально. А комплектация какая у него? Ну, комплектация... Ну, судя по сиденьям, где-то примерно комфорт, да, предмаксималка? Да, предмаксималка. Можно я? Да, да. Оп! Такой у него серенький с черным салон. Система старт-стоп, удержание полосы, мультируль. Так, что вижу еще? Ну, естественно, кондиционер. Люк, люка нет. Для тех, кого интересует люк, вот для меня, например, интересен люк. Может, для кого-то он вообще не нужен. Мне вот интересен люк. Но в данный момент его здесь нет. Цена за данный автомобиль? 12. Окончательно 12. Для Гудкара там скидки нет никакой. 11900 от Гудкара приезжают, забирают. Да? Номер телефона продиктуйте свой. Так, 705-992. Так. 1440. Друзья, автотур в Дубай. Я направляюсь в Дубай, и у вас есть уникальная возможность присоединиться вместе со мной. В буквально месяц или два я буду собирать команду из людей, которым эта тема вообще интересна. Направимся в Дубай, чтобы купить автомобиль ниже рынка. Направимся и заселимся туда в пятизвездочный отель. Все включено. Логистика. Я познакомлю вас с ребятами, которые проживают там, которые занимаются бизнесом, которые занимаются инвестициями и даже недвижимостью. У вас будет уникальная возможность инвестировать в Дубай, купить себе квартирку, такое тоже возможно. И самое главное, выбрать себе автомобиль по стоимости ниже рынка. Если вас заинтересовало это предложение, черканите мне, я вам скину всю информацию, ну и по цене там будем обговаривать. В общем, пятизвездочный отель, все включено, автотур Дубай вместе с Good Car KZ. Kia Rio X-Line, 20-й год. 15 тысяч пробег, один хозяин в одних руках, абсолютно без вложений, комплект зимней резины имеется, максимальная комплектация, бесключевой доступ, пуш-старт, подогрев у всех сидений, то есть зимний пакет присутствует, лобового, сидений, руля, то есть для комфорта все в этой машине есть. Эксклюзивные чехлы были сделаны при покупке автомобиля, вот в таком белом цвете автомобиль у нас, объем двигателя 1.6, X-Line, пробег 15 400 километров, за автомобиль цена 9 миллионов 400 тысяч тенге, мультируль, пуш-старт, максимальная комплектация, вижу у нее здесь экранчик, ну типа Android, подогревы, зарядки, шумоизоляция кузова, абсолютно без вложений, без ДТП, без подкрасов, без полировок. То есть состояние нового автомобиля, 15 тысяч пробег, 20-й год, 3 года в одних руках. Состояние, мне кажется, пушка. Номер владельца 3 семерки 20-41-700. 20-41-700 это как? По 204-17-20. Lexus ST200H гибрид. Объем двигателя 1.8. Японская сборка на американский рынок, то есть американский Lexus, кузов универсал, 160 тысяч пробег, неплохой такой люк у него есть, в неплохом состоянии по кузову, есть конечно моменты вот у него по салону,
Ну и цена, в принципе, у него для такого состояния 7 300 000 тенге. Номер владельца, давайте продиктуем. 747-123-0011. 1.8, напоминаю, 1.8 гибрид Lexus ST200H. Да? H. Можно сказать, абсолютно новый автомобиль Kia Sorento 2023 года с пробегом 11 тысяч километров. Цена за данный автомобиль 18 500 000 тенге. Ну, торг от Гудкара, естественно, имеется. Объем двигателя 2.5. Бронепленки, люкс-пакет бронепленки. Для тех, кто это понимает, это люкс-пакет. Для тех, кто это, ну, не понимает, что за такое люкс-пакет. То есть автомобиль на 33,3% покрыт бронепленкой по экстерьеру. По интерьеру тоже у него все уязвимые места тоже покрыты бронепленкой. Это предмаксимальная комплектация. Вот такие вот места у него все покрыты вот бронепленкой. Автомобиль, ну, естественно, в одних руках куплен у нас в автосалоне. Не у нас в автосалоне, а в автосалоне Республики Казахстан. В Kia, официальный дилер Kia. Привет, Kia. Так, по комплектации отсутствует единственное у него, получается, здесь камера 360, пуш-старт. Ну и салон у него не кожаный. Все, остальные все примочки по автомобилю все есть. По автомобилю сделаны работы. Также антикоррозийное покрытие кузова, трехслойная шумоизоляция. Это из допов. Мультируль, круиз, подогрев сидений, ESP, складывающие зеркала. Сразу затестим. Да, абсолютно автомобиль без вложений. На велюре. Че, бакешка? Цвет, кстати, у него называется Mineral Blue. Это по, ну, если обычным языком, то это синий металлик. Каждое воскресенье с 10 утра мы находимся здесь. Приезжаем специально для вас, специально, чтобы показать, что продают люди. Каждое воскресенье мы будем постоянно в воскресенье в 10 утра на парковке ботанического сада. С 10 утра Гудкар. Только хорошие автомобили. Всем ассаламу алейкум. После тяжелого рабочего дня приехали в самую большую мечеть в Средней Азии. С момента постройки, живя в городе Астана 8 лет, я первый раз посетил именно эту мечеть, которая является самой большой в Центральной Азии. Первый раз здесь, я вам скажу, слов нет. Это нужно видеть своими глазами. Мы не казахи, если мы не опоздаем. Казахстан, Северная Ирландия. Начало матча 20:00, на часах 20:13.